нам кто-то портфель деньгами оставил с работы. Единственное, правда? Я вообще понял, что людям в основном нужен только стол с вином и едой. Да, и поговорить о каких-то своих делах. Но как-то они эти работы как будто не видят. Один какой-то нашел корреспондент, посмотрел на стол, вина нет. Заглянул за эти штуки и ушел быстро. Как будто пусяны на диване сидели. И это родило нам целую дискуссию, которую мы решили продолжить в Старой Риге сегодня вечером. По поводу, стоит ли вообще стараться рисовать что-то такое или там писать, если большинство людей даже не обращают внимания. Но имей в виду, без картин это вино невкусно было бы. Все-таки оно лучше здесь, чем где-то в подворотне. Или дома. Да. Три глазницы.